Добрый вечер. Мы находимся в салоне Карла Була. Вот здесь мы находимся, и я хочу сказать, вот царство ему небесное, он очень хороший был человек. Сейчас этим салоном управляет Валентин Евгеньевич. Вот. Это супер человек, кто управляет этим салоном, Карла Була. Он поднял его из руин. Установил здесь эту доску. Все сделал то, что нужно. Посмотрите, какие цветы. То есть сегодня один из дней, вот мы празднуем мероприятие, которое здесь есть. И одновременно мы говорим о том, что Карл Була был первым человеком, первым основателем, первым фоторепортером этого салона. И вот Валентин Евгеньевич, нынешний хозяин этого салона, он восстановил здесь. И он здесь все сделал очень прекрасно и отлично. И я говорю, дай Бог здоровья Валентину Евгеньевичу, который сделал для этого салона все. Сделал здесь. Вот он почитает Карла Булу и почитает вот эти вот все традиции. Значит, и он будет очень большим долгожителем, он будет очень большим, просто человеком, который почитает, и рядом с ним собираются такие люди, которые тоже почитают Карла Булу, и которые почитают вот этот первое это фотоателье. Вот мы почитаем это первое фотоателье, и спасибо большое еще раз Валентину Евгеньевичу. Вот. Я скажу еще, вот смотрите, с 1908 по 1938 года в этом фотоателье работал первый фоторепортер Санкт-Петербурга, Карл Була и его сыновья. Вот. А сейчас здесь Валентин Евгеньевич, он хозяин этого салона. Он восстановил этот салон с послевоенного времени. И мы все имеем вот такое вот прекрасное право приходить сюда и здесь где-то в какой-то степени отдыхать, в какой-то степени, может быть, даже наслаждаться всеми фотографиями. Спасибо всем большое. И особенно Валентину Евгеньевичу, хозяину этого салона. Спасибо.